Всем здорово, народ! С вами, как всегда, Данил. И в данном видеоролике я расскажу вторую теорию о восьмом сезоне, что же произойдет в восьмом сезоне в Fortnite. Если вы еще не видели первую теорию, то обязательно кликните по подсказке, посмотрите до конца, потом переходите сюда. Ну а перед началом данного видеоролика обязательно прожми свой большущий палец вверх, подпишись на мой канал, если ты еще не подписан. Также подписывайся обязательно на мою социальную сеть в Инстаграме, ведь так ты будешь первым узнавать об анонсах новых видеороликов, смотреть их самым первым. Самым первым ставить большущий жирнющий палец вверх, писать свой крутейший комментарий, ведь самые крутые комментарии попадают в мой видеоролик, например, как вот эти вот. Ну что ж, готов чайоху, бери себе покушать, приятного просмотра, приятного аппетита и погнали! И вторая теория о восьмом сезоне будет основана на том, что близится весна, тает снег, полкарты уже растаяло. Осталось буквально 22 дня и, скорее всего, вся карта у нас растает. И это все случится потому, что появился владыка огня, который будет размораживать нашу карту. В конце восьмого сезона, скорее всего, будет битва между владыка огня и владыка льда. Они сразятся. За счет этой битвы случится раскол нашей карты, и лава, находящаяся под картой, выберется наружу. Будет у нас вулкан, как мы давно этого ждали, и за счет вулкана растает остаток замороженной карты. Но неподалеку от полярного пика мы знаем, что у нас есть замороженное озеро, точнее это раньше была засоленная закусочная, и возможно, что Fortnite будет под водой. У нас есть куча намеков на это. Уже начиная с 48 уровня боевого пропуска у нас есть граффити «Подводный мир», где показаны рыбки. А на 62 уровне у нас показан тающий снеговик. Это намекает на то, что все растает. И наша засаленная закусочная вернется в прежнее положение. Но, конечно же, она останется под водой. И, наконец, на 80 уровне боевого пропуска у нас есть граффити с рыбалкой. Вот как раз здесь прямая отсылка к тому, что будет подводный мир. У нас будут сражения под водой. То есть мы сможем одевать акваланг, нырять под воду, обыскивать сундуки, воевать с противниками. Ну, это было бы прикольно, если бы так все было. Недавно датамайнеры слили в сеть звуки землетрясения. Скорее всего, это произойдет как раз в конце восьмого сезона, когда случится бой между Владыкой Льда и Владыкой Огня. Победит, конечно же, Владыка Огня. Карта должна все-таки разморозиться. Появится трещина на карте, при падении в которой мы будем умирать. Потом, конечно же, к 9 либо к 10 сезону карта опять наша срастется. Примерно так же, как вероломная воронка после того, как в нее упал метеорит. Ну что ж, ребят, на этом все. Вот такая вот коротенькая теория. Надеюсь, вам понравилось. И если у вас есть какие-то свои теории по поводу восьмого сезона, обязательно напишите их. Мне будет, конечно же, интересно почитать ваши догадки о восьмом сезоне. Также самые лучшие из них попадут в видеоролик, в следующий видеоролик. Обязательно поставьте большущий палец вверх, подпишитесь на мой канал, также подписывайтесь на мой инстаграм, ссылочка будет в описании. С вами был, как всегда, Данил. Увидимся с вами совсем скоро. Всем удачи. Пока-пока.